Итак, всем привет! Это площадь Васильевский спуск. Здесь близко Красная площадь. 21 октября, воскресенье, выходной день. Народу много, собор Василия Блаженного. Большой Москворецкий мост. Самый центр Москвы. Москворецкая и Кремлевская набережные. Улица Ильинка и Варварка. Всем туристам, которые первый раз приезжают в Москву, нужно приезжать сюда, гулять. Самая центральная часть Москвы, Кремль, Кремлевская стена, ГУМ. Все это историческое. ГУМ построили в 1893 году, 125 лет ГУМу. Собор Василия Блаженного построили в 1561 году. 1555 начали, ему уже около 500 лет. Видно высотку на Котельнической набережной. В Москве 871 год. Вот часы. Скоро будут бить куранты. Сейчас будет время 19:00. Нельзя здесь ездить на транспорте, на автомобилях, на мотоциклах. Кремль построили в 1495 году. Изначально он был красного цвета, потом белый, и к 800-летию Москвы снова красный. Тут был Сталин тогда, и он решил, что к 800-летию Москвы надо вернуть исторический облик. Сейчас красный. Красивый. Очень красивый. Исторический музей прямо видно. В 1875 году его построили. Всем этим местам больше 100 лет. Отсюда история Москвы и начиналась. Самый центр. Кремлевское кольцо. Набережные. Потом уже до Бульварного, до Садового. До Третьего и до МКАДа. Подсветка ГУМа. Главный универсальный магазин. Выезд с улицы Ильинка. С улицы Ильинка можно приехать по прямой в Измайлово. Отсюда начинаются все трассы. В Подмосковье, другие города России и другие страны, такие как Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония. Одна из башен Московского Кремля, всего их 20. Выходной день, гуляют много. Вот я снимал, это светлое время суток. Вокруг Кремля на велосипеде в апреле. Манежная площадь, площадь Революции, набережные. Сейчас темное время, около 19:00. Одна из резиденций президента России здесь. Еще есть Горки 9 на Рублево-Успенском шоссе. Очень дорогое место в Подмосковье. Бочаров ручей в районе города Сочи на юге России. Подсветка похожа на новогоднюю, до Нового года 10 недель. Чуть больше 10 недель, 71 день. Вот раньше была растяжка на Тверской улице. Постепенно она пришла в Химки. Мавзолей, где Ленин. Ну, в центре Москвы много набережных. Хотя вот кольца, которые ближе к центру. Бульварная, Садовая, Третья. Они за все свое протяжение
пересекают меньше раз, чем МКАД. Бульварная 1, Садовая 3, Третья 5, 4 моста и Лефортовский тоннель пересекает реку Яуза, а на МКАДе 6. В этом плане, чем дальше от центра, тем больше пересечений. Да, красота. О, уже слышен бой курантов. 19.00, 21 октября 2018. Воскресенье. Да, я снимал. В прошлый раз тоже бой курантов был. 11 марта 2018. Бьют каждый час, происходит, когда Новый год, вот 12 раз, 12 часов ночи, сейчас 7 часов вечера. Все фотографируются, гуляют. Конечно, кроме центра Москвы еще много красивых мест. Вот центр, вот это, тут тоже очень красиво. ГУМ, торговый центр. Тоже красивый, с подсветкой. Я сейчас пойду до Охотного ряда, до Тверской улицы. Там начинается Тверская улица. Трасса М10 начинается отсюда. Москва, Санкт-Петербург. Много трасс начинается отсюда. Кремлевская стена. Поэтому все, кто сюда приезжает, в основном это и туристы, и просто кто отдыхает в выходные дни. Так, еще много красивых мест. Все, что я снимаю, это красота. Где бы это ни было, в Москве, Подмосковье или в другом регионе России. Служба церкви. Здесь много достопримечательностей, много площадей. Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, Васильевский спуск. И достопримечательностей тоже много. Исторический музей, ГУМ, Кремль, Кремлевская стена, храм Василия Блаженного, парк Зарядье здесь недалеко. В прошлом году его открыли, когда в Москве было 870 лет. Въезжает только полиция или другие спецслужбы на автомобилях, вот автобусы тут стояли. А так здесь ездить нельзя. Красная площадь, дом 1. Кремлевский проезд, даже название улиц тут есть. Хотя по ним ездить нельзя, можно пешеходом гулять здесь. Приятно, растут деревья, и уже видно Тверскую улицу, начало Тверской улицы. Вот я снимал Тверскую напротив здания телеграфа, начал, дошел до Пушкинской площади, Пушкинскую площадь, от Пушкинской площади до Триумфальной площади. Сейчас я сниму самое начало Тверской, там есть магазин Ашан, мой Ашан, хотя все Ашаны удалены от центра, но есть и здесь. А вот автобус полиция. Four Seasons Hotel, Охотный ряд, Театральная площадь Революции. Пересекается три станции метро.
Вот вид туда, очень красиво. Кремлевский проезд. Налево Манежная площадь, Александровский сад. Там я снимал, в велосипеде ехал. Вот еще с черно-оранжевым флагом. Я видел на Пушкинской площади в те выходные. Города воинской славы. Есть аллея городов там. В прошлый раз я выходил чуть-чуть правее. Сейчас я вышел здесь и иду в сторону Тверской улицы. Кремлевское кольцо, видно, Маховая улица, Охотный ряд, Театральный проезд, Старая площадь, Новая площадь и Китай-Городский проезд. Также еще есть ЦУМ, улица Петровка, дом 2, центральный универсальный магазин. Два торговых центра в самом центре Москвы. Four Seasons Hotel. В прошлый раз я вышел оттуда, а сейчас отсюда. Ну, здесь можно гулять. Всегда здесь красиво в любое время года, приятно. Самый центр Москвы. Район Тверской. Охотный ряд, торговый центр, тоже в самом центре Москвы. Прямо Тверская улица. Здесь подземный переход. Движение одностороннее, то есть по часовой стрелке. Против часовой стрелки автобусы, общественный транспорт. Вот раньше была другая схема движения во всех направлениях. Постепенно это уменьшается. Пробки здесь бывают. В любой день здесь много машин, движение насыщенное. Охотный ряд. Красная площадь. Манеж. Видно, Манежная площадь. Можно подняться наверх. Прямо Тверская улица. Потом она перейдет в первую Тверскую Имскую улицу. В Ленинградский проспект и в Ленинградское шоссе. Так, это просто подъем. Манежная площадь. Во время чемпионата мира по футболу, который был летом этого года, здесь тоже были мероприятия, много болельщиков из разных стран. А до этого стоял счетчик, сколько до него осталось. Ну, такой же счетчик был до Олимпиады в Сочи 2014. Вот прямо манеж. Внизу Александровский сад. Много достопримечательностей, много интересных мест в этой части Москвы. Центральная. Фонари, освещение есть. То есть тут достаточно светло. Здесь, конечно, темные районы Москвы. А здесь светло. Да, движение плотное, даже пробка.
центральный выставочный зал. Это манеж. Название площади Манежная. Государственная дума слева, потом слева большой и малый театры, ЦУМ, центральный детский мир, это до Лубянской площади. Справа торговый центр «Модный сезон», гостиница «Метрополь», то, что будет дальше. Я это снимал, когда ехал на велосипеде. А все фотографируются. Раньше Тверская улица называлась улицей Горького. Улицы меняют название, появляются новые улицы вместо проектируемых проездов. Вот налево Тверская улица отсюда. Здание Государственной Думы. Да, сигналят. Автобус М2, Рижский вокзал. Меркьюри. Так, скамейки. Тут была золотая осень, сейчас Россия объединяет, мы едины. День народного единства 4 ноября. Да, скоро День народного единства, ровно через 2 недели. Праздник отмечается, это праздничный день, выходные дни из-за него делают. В этом году будут выходные 3-го, суббота, 4-го, воскресенье, 5-го, понедельник. Бывает, конечно, один день, когда среда. Бывает много. Вот этот праздник такой же, как и 9 мая, 1 мая. Это официальный выходной день. И прямо начало Тверской улицы. Вот такая красота в самом центре Москвы. Красная площадь, Манежная площадь, исторический музей и Московский Кремль.